5 кодексов рассмотрит Сенат в 2024 году. Об этом президенту доложил председатель Верхней палаты парламента Маулен Эшимбаев. Он проинформировал главу государства об итогах работы по законодательному обеспечению реформы и рассказал о планах на предстоящий период. Парламентарии рассматривают законы по правам женщин и безопасности детей, по вопросам здравоохранения, трансферного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, а также науки и образования. Еще 10 инициированных сенаторами пакетов поправок находятся в Мажилисе. В этом году им предстоит рассмотреть законопроекты о государственных закупках, о масс-медиа и о теплоэнергетике. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным инициативы Сената, направленные на активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.